Здравствуйте, уважаемые зрители, здравствуйте, уважаемые подписчики, всем привет, меня зовут Ведьмак. Продолжим сегодня играть в Нир Автомата. В предыдущей серии мы с вами нашли 9S, дали люлячик этому метросексуальному боссу, Адаму. Вроде как он даже сдох, чему я несказанно рад. Но сегодня продолжим заниматься сюжетом игровым. Где там у нас? Что там у нас? Нам нужно встретиться с Паскалем возле заброшенной фабрики. И сделать там какие-то штуки. Вроде как там образовалась некая колония машин. Вот, которые отрезали себя от сети. Ну, видимо, благодаря тому, что мы уничтожили Адама, который отвечал за часть сети. И теперь они хотят основать свою колонию и, в общем-то, под мирным флагом идут на переговоры. Вот, мы будем, видимо, сопровождать Паскаль. Надеюсь, что все пройдет неплохо так. Так, Эмиль катается на своем дристолете. Ну, а мы с вами отправимся куда следует. Только я немножко не понял, почему я тут. Да я харе свой музон там херачить. Оп! Какие-то тут мракобесы шарятся. Ну и черт с ними, пусть шарятся, не будем их трогать. Не особо горит желанием. Да и, в общем-то, всю игру это повторяю, но прям такого вот интереса от сражений здесь я, если честно, не испытываю. Но я имею в виду тех сражений, которые не сюжетные. Понеслась. Мы почти рядом. Надеюсь, что это не ловушка какая-нибудь нехорошая, из-за которой мы можем встретить. Кстати, можно было прямо сюда телепортироваться, я что-то не посмотрел. Где там? Эй! Паскаль! Где ты? В могиле. Очевидно. А, 2Б. Привет. Готовы идти? Машины хотят заключить альянс с моей деревней. Но, наверное, лучше быть осторожным. Эти машины... Мы машины, точнее, весьма непредсказуемые. Даже вот ты? Ну, вообще, да. Сейчас, когда мы отрезаны на сети, мы не разделяем данные друг с другом. Мы можем разговаривать, конечно. Но, в общем-то, много языков, может быть, разных. Ого, ничего ты на пукановой тяге ты летаешь. У меня тоже такая иногда бывает, особенно когда в фуре какой-нибудь играю. О, господи. Что тут? Дьякон и глубин? Ты входишь в владение бога. Я срал на вашего бога, если честно. Оливковая ветвь. Короче, следуй за указанием лидера. Паскаль такой идет брутальный. Вообще-то вроде как переводится как он, но голос-то у нее женский. Поэтому я буду считать, что это женщина. Ну, здрасте, жрец. По этому коридору, пожалуйста. Хорошо. Нас Леди Пу что-то там поет, я не понимаю. Ай, щеми быстрее, железяка. Я уже столько раз по этой гребаной фабрике ездил, меня уже бесит медленно ходить. Давай щемить, может ему вломить побольше, наверное... Одним из вариантов прохождения будет поубивать здесь всех. Но вообще, я так понял, что прохождение здесь как бы три концовки и все за разных персонажей. Или я что-то не понимаю. Ладно, потом поизучаю. Википедию какую-нибудь. Наконец-то лифт заработан. Ну все, спускаемся в голубины. Это все очень странно, если скажешь мне. Почему ты тогда здесь? Ну я тебя сюда привела. Мне нужно, короче, убедить, ну в общем-то... Я тебя сюда привела, и нужно теперь до конца идти. Соединение с нетворком. О, ну ёпперосоте. Че за фанатизм? На эту дверь ведет святилище его святости. Я приняла бога в свое сердце. Ой, да иди нахер.
Мне плевать. Да. Shut the fuck up. Да, иди. Здравствуйте. Меня зовут Паскаль. Я здесь, чтобы обсудить заключение мира. Его святейшество стал богом. Он стал богом. Ну, нам пипец. Ну, Суслим, конечно, пипец. Его святейшество стал богом. Стал богом. Ну, они повторяют одно и то же. Мы тоже станем богами. Станем богами. Все вы станете богами. Ну, конечно. Мы все умрем, чтобы стать богами. Пип. Поклонились такие. Я была права, это действительно, в общем-то, выглядит опасно. Да, реально, базарить надо меньше, биться надо. 2Б бункеру. Мы, в общем-то, нас окружают вражеские машины, нужно путь отступления. Че, говорит, Болдебе? Коммуникации нестабильны. Включи сигнал, это, СОС. Да я просто всех убью тут и все, че начинаете? Давайте станем богами вместе. Не хочу. Боги, отстой. Лучше быть человеками. Ау. Дьяконы глубин реально какие-то. Ну, по крайней мере, я выполняю их предсмертное желание. Стать богами через смерть. Че там? 2Б. Дверь на другой стороне комнаты сейчас открылась. Давай проверим. Да, я просто всех убью. Че ты нагнетаешь? Если они, конечно, не резаются бесконечно. Что, в принципе, не исключено. Головой меня падают вперед. Психи. Фанатики есть фанатики. И я всегда это говорил. Ненавижу фанатиков. Ау. Да, блин, где я? Где я? Кого ты бьешь? Ау. Ау. Да, не, они бесконечно, походу, дело вылазить будут. Но ничего, мне по фану, на самом деле. Поубиваю их. Ну, кстати, эти уже не особо и агрессивные. Стоят, просто нихера не делают. Собираю лут. Че? Богами хотите стать, да? Ну я-то не против, в принципе. Поубивать вас всех, чтобы вы стали богами. Оба-опа, зацените. Дьякон на нас нападает. Шапочки. Так. Ну, их уже осталось мало. О, и левелапнулся заодно. Нормально. Эу. А они дерутся. Пошел нахрен.
Сбегать там куда-то еще, надо оно мне. Мне и так норм. Бомбанулин. Хорошо. Искореняем, понимаешь, ересь тут. Всякую. Бомжанскую. Эти люля-кебаба. Оп. Ну что, божественные ребята, вас не осталось. Я всех поубивал. И последний станешь богом. Не. Вообще на изичек. А, не, смотри, еще один остался. Вот да ты. Ой, ой, куда деваться. Получи. Все. Все они стали богами. Надеюсь, они теперь счастливы по этому поводу. Ну, как-то так. Музон, правда, продолжает нагнетать. Как будто тут все очень плохо. Но мы уже поубивали все эти безумные машины, поэтому еще насрать. А можно мне обратно вернуться в предыдущий коридор и поубивать там всех? Надо было сразу, может быть, начинать их убивать. Я не знаю, как это вообще влияет на концовки игры. Пип. Я нетерпеливый, да. Воу-воу-воу, 2Б. Это я, 9С. 9С? Я хакнул эту машину из бункера. Я контролирую ее. Я взломаю систему этой фабрики и вытащу тебя отсюда. Сильно тут не рискуй. Попробуем встретимся. Понятно. Так, кто тут еще хочет богом стать? Почему это? Почему тебя не убивать? Да пошел ты нахер! Нищетово, чуваки. А придется, я вам вообще не верю больше. Ой. Подожди. Это магазин? А, ну ладно. Как все до этого дошлось? Останови убийство. Я продам тебе все, что нужно. Ну ладно. Ну вы же первые начали. Я теперь никому не доверяю тут. Твари. Machine Leg Crystal. Не знаю, нужно это все, не нужно. Давайте продадим. Музыка такая. Become as gods, become as gods. Да мне ничего тут не надо, слышь. Аптечки-то мне эти особо не нужны. Пожалуйста, спаси меня. Ну ладно. Я не буду вас убивать тогда. Я вам вообще не верю. Ни капельки. Твари. А, я помню это место, да. Я сюда заглядывал. Но дверь, как обычно, была закрыта. Подожди. Мне кажется ли это лестница? Нет, кажется. Просто какая-то балка. Фига себе ракурсы. Ого, мы куда-то... Мы спустились в это, помните? Портал 2, короче. Исследовательские локации под землей. В бывших асбестовых шахтах. Так, это вражеский? Да, секрет, короче, с факелами, а не вражеский, да? Нихера он мне все.
Да блин, где там? Я даже не вижу. Они сзади нападают. Вы чё, твари? Думаете, я кого-то в живых оставлю, что ли, после этого? Пошли вы нахрен. Чё такое? А. А музыка почему тише стала? Интересно. Типа на расстоянии, у меня там в магнитоле, что ли, играет? Такой чип магнитола. Где я? Окей. Наверное, нам туда. Сейчас посмотрим, что здесь для начала. Мы станем богами. А, я думал, это Паскаль теперь кричит. Эй, понятно. Я вас понял. Вы конченые. Да они камикадзе тупо. Аллаху Акбар, блин. Не, подожди, давайте вернемся. Да, срать. Идиотия, блин. Become as gods. Что тут у вас? Ага. Save point. Ты чё, быдло? А, отошёл. Богом он станет. Какашкой ты станешь. Это куда лифт? Связь очень нестабильная, чтобы использовать транспорт. Ну, печально. А лифт тоже нельзя использовать. Короче, весело тут у них. Богами они решили стать, понимаешь? Я вам устрою сейчас машиноцид. Конвейер, блин, как в Звездных войнах. Второму пизуре. Сейчас Анакин Скайвакер проползет. Нельзя? О, на конвейере поехали. Сейчас нас припечатают. Так, сзади спрыгнула, я вижу. Да не его же, ну. Слышь, летающая, подсирала. Я тебя сейчас втащу. Он так прям расстроился, ага. Ну-ка, подожди, а засосаться туда нельзя? Наверное. Че, внизу? Лежит. Пошел нахрен отсюда. Эйрнори! А, подожди. Давайте его зарепейрим. Пригодится, может быть. Что-то тут народу много А, ну понятно, почему умирали здесь. Потому что там лупит пресс. Я сейчас вполне возможно тоже отъеду. Если оно дваншотает, конечно. Но, по крайней мере, я сохранился. Я буду аккуратен весьма. Тварь. Ох ты, тварь. Не, тихо. Когда это закончится уже? Богини, блин. Я буду вашей богиней, хотите? Упыри. Я пошел, короче. Алло. Тебе. Иди вперед. Хорошо. Подожди, там есть еще? Наверное, нет. Ну что, кто тут еще жаждет стать богом? Ясно, какие-то крокодоиды. Ира!
Нажал я у ворот, ссаный твой, в рот. Полетел. Подожди. Ретрив. Ау, 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 ау. Замечательно заретривил. Тварь галимая. Я тебе постреляю сейчас, мразота. Нихера ты. Ты чё? Рожа твоя волосатая. Не знаю, нахера я их ломаю, с них ничего, правда, не дропается. Ну и пес с ним. Самоудовлетворение получаю. А это что за куча говнины? Подожди. Мне кажется, или она может разломаться, не? Не. Это бэк. Смерть не сделает нас богами, он говорит. Ну это куда нормальный чувак. Боги, боги, боги. Баги вы, а не боги. Стебанаты. Да ебаный камикадзе. И нахер. Придурочный, отвали. Психа. Они же вообще не останавливаются, просто сразу взрывается и все, и пошел ты нахер. Надо им в бошку стрелять, я понял. Ну все, я вас секрет разгадал. Теперь это уже не так страшно. Ого, а мне куда зайти? Мне туда и надо, судя по всему, да? Там уже едут, смотрите, встречающая компания. А я могу вас стрелять, а вы меня нет. А-за-за. А-за-за-за-за. Нравится, твари. Да, они что-то не кончаются там, да? Подожди, это Паскаль, господи, что я ее луплю-то. Шел бы ты в пень, товарищ. Хорошо. Короче, вы меня уже бесите. Ну это уже тупо, серьезно. Я не люблю респавнящихся мобов ни в одной игре. Это уже неинтересно это заниматься, блин. Выпиливанием бесконечного числа мобов. О, боже мой. Невероятно увлекательно. Бежать по контейнеру. По конвейеру, в смысле. По контейнеру. О, господи. Что опять? Дверь открыта. Двигай. Нет. Я пойду в другую сторону. Да, Паскаль там упоролась. Ну, смотрите. Ты чё, придурок? Откуда вы, блин, взялись-то, ну? Кого я там бью, без понятия, но вроде бы убил. Хочу добежать до конца. Может быть, там какой-то ништяк. Ну, твою мать. Это тупо, блин, делать в игре кучу таких дверей и ящиков, которые я открыть не могу. Неизвестно, смогу ли вообще когда-либо в этом прохождении. Невероятно, блин, интересно заниматься. И все, ради этого сюда перс. Ясно, понятно. Ну давай, где уже босс, ну? Так, вы нормальные, типа? Беливер. Пожалуйста, восстанови, вернее, их в чувство. Вот что он хотел сказать. Ну, окей. Так, тут, естественно, закрыто. Пупи-пап. И чё? Погоди, а здесь что тогда?
Я что-то начинаю опять, вот когда два выбора, куда идти. Куда этот лифт едет? Хер его знает. Ну. Ой, ладно. Лифт это всегда непонятно вообще, куда приведет. Потом отсюда сходим. Или я... Отсюда прошел? Нет, вроде бы. Ого. Какие-то клетки для мышей. Типа лабиринт сделали. Ясно. Хорошо. Судя по всему, нам именно сюда нужно идти, потому что довольно специфическое место. Давайте пробуем на лифте все-таки спуститься вниз и посмотреть. Какого хрена мы там пропустили? Пропустили. Заводи шарманку. Здорово. Втащил сразу просто, без разговоров. И тут тоже проход какой-то. Тут слишком много мест, куда можно пойти. Там сзади кто-то на меня наезжает. Ох, нихера себе, это что такое? Это кто был? Я хер его знаю. Там что-то бухает. Такое ощущение, что внутри этого цилиндра. Ну, мне-то какое дело. Да я охерею, куда идти-то? Слишком много проходов возможных. Там, блин, охереешь. И куда я иду? Неизвестно. Такое ощущение, что я тут был. Я не вернулся в случае в начало. Может, я типа лифт запустил как шорткат? Ну, по ходу дела, да. Но. Тут же этот магазин. Ну, ясно. Сделали какой-то шорткат себе. Нахера только? Потом сюда ходить? Ой, вряд ли я буду потом сюда ходить просто так. Блин, даже с ускорением она недостаточно быстро бежит. Тут вот что-то бабахает, да? Или что? Не пойму. А, вон. Ясно. Эй, ты нахер. Ясно. Ты пес, я понял тебя. Тварь. Охеревшая тварь. Я смотрю, да? Но ножки-то у тебя уже попячены, да? Пыпырку тебя сейчас оторву, нахрен. Тварь. Или не оторву. Угу. Все, что ты умеешь, ублюдок. Подпрыгивать и пердеть. Нет, не все. Еще умеет вот так вот делать, дебильное существо. Да отдохни уже. Левел апнулся. Хорошо. Остальные сидят еще. Давайте тогда сейф сделаем. Ладно, надо возвращаться тогда. И ехать. Наверх. Паскалидзе! Так, вы нормальные. Не буду вас трогать. Пойдем мочить ненормальных. Воржоты, мать твою, воржоты! Ой, ну началось это вот. Дура. Тихо, 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 самоуничтожаться только не надо, ты еще. Что?
суки, я же вас все равно убью, мне сражать на ваш вонючий дамаг, чмошники. Ой, ради этого я сюда перся. А, оно еще живое. Ох уж это музыка церковная. Ну пипец вы конченые. Я даже не успел ничего сообразить. Я же на голову упали камикадзе. О, пошли опять присагоны. Теперь конвейер в обратную сторону едет, еще и дым кругом. Что ж ты делаешь со мной, ну? Ну? Почему ты убегаешь от нас? Не видишь? Мы сможем стать богами. Да ну это пипец, вы че? Ебанутые. Да вы пипец! Ебать вас в рот, дебилы. Это называется, чуваки, самоповторение. Одно и то же говно встречается в игре повторно. Причем еще в короткий промежуток времени. Что, следующий контейнер будет в разные, конвейер в разные стороны будет гонять, чтобы мне жизнь медом не казалась, да? Эй, ты только не умирай, там. Я вижу, что по ним можно пропрыгать. Только что это даст, конечно, не знаю. Ну куда-то там можно попасть, только я не понимаю куда. Меня так убьет нафиг. А, вон там какой-то ништяк лежит. Ну, мы туда просто сейчас прилетим, да и все, наверное. Кстати, карта-то показывает, что там есть место. Куда можно... Да, скорее всего, тут какая-нибудь аэронори. Ага. Может, ты съебешь отсюда, дубина стейросовая? Импакт брейсер. Ну, пизда ты че. Ради какого-то говна 70 раз умереть, это, конечно. В стиле этой игры, прям скажем. Да ёп. Спрыгни, короче, бесишь. Ты все. Мозги мне не сношай. Своими прыжками. Нет, пожалуйста, не убивай. Вы были избраны. С вашей смерти вы станете богами. Кого из них надо убить-то? А я всех бью, блин. Мне, к сожалению, игра не позволяет не бить. Короче, понятно. У вас батл идет между теми, которые приняли новую догму, и теми, которые нет. Психи. Опять дверь, которая не открывается. Видимо, ждать следующего прохождения для этих дверей. Чё, как ты там сидится, норм? Я рад. Испуганный верующий. Ты невероятно страшен, чувак. А вот теперь это было обидно.
Мудак. Наверх надо добраться, да? Да куда ты? Блин, ненавижу, когда со мной шатаются эти дебилы. Вот этот, что Паскаль, что 9С постоянно мешает мне. И чё? Интересно. Как туда залезть-то? Ай, да иди в жопу, короче. Еще буду сношать себе мозг. Что ли, за каким-то говном? Очередным. Все очередной Silver Ore или что-нибудь такое. Выход обезопасен. Спасибо. Я не знаю, кто тут прав, кто виноват, срать вообще. Убиваю нахрен всех. Дебилы. Да иди ты нахер, тут мне не сплющилось с тобой разговаривать. Тупая система контекстных кнопок. Одна кнопка, блин, на все миллионы действий в игре. Да срать я хотел на тебя, что за, блядь, дичь? Ёб твою мать, а. Какое счастье! Слава тебе, Господи, с 18 раза получилось тебе. Здорово, дебилы. О, босс файт, ощущаю я. Возьмем себе помощницу. И заретривим ради бафа. Ну давай, вылазь уже, я же вижу, что здесь босс-арена. Угу. Как неожиданно! О, какой-то паукан. Я разрешу тебе, хлебальник. Энергетический щит. Короче, атаки ближнего и дальнего боя неэффективны. Ну и что теперь? В общем-то, источник энергии большой обнаружен. Он должен быть уничтожен. А мне-то что делать? 9С. Этот Голиаф, которого мы сейчас встретили. Да, я понял. Я слежу за тобой. Я отключу его от фабрики, в общем. Восемьдесят процентов. Держись там, давай, да господи, делов-то. 90%. Ну и так далее. Но сейчас кому-то будет пипяка. Ну отключай уже. Я отключил электрическую... систему, короче. Тише будь. Сейчас тебя хлебальник-то взрежу. Что-то я ему отломал. Лишнее, по ходу дела. Надо ему, наверное, в глаз лупить. Да блин, бить-то кто будет? Василина прекрасная. Ой, он из жопы меня бьет. Своим какашки у него вылазят из жопы и бьют меня. Ну это босс. Отломал. За ненадобностью. Еще сейчас что-нибудь отломаю. Бой в кромешной тьме, короче. Ничего так придумано. Так, давайте мы еще ему отломаем пару ножек. Он не хочет идти дальше. Ты чего удумал, полон шар тебе? Ау, надо уворачиваться, короче. Теперь он, по-моему, охренел, надо его бить. А шел ты нахрен.
Ау. Не дамажится этой пухой. Что, и был их бог? Deus Ex Machina. Прилетело на пердальной тяге. Здорово. Чё, как, понравилось, какая эта тварь раскочепыжил? Вопрос в том, где с нее лут? Я хочу лут. Почему нет лута? Почему нет лута с босса вообще? Обидно. Ладно, похеру. Валим отсюда. Ни хера не вижу. Так, где-то там мост должен был опуститься. Пупи-пап. Наконец-то мы едем вверх. Да уже очень долго под землей живем. Вместе с этими машинками. О, я, кажется, знаю, где мы находимся, ага. Знакомые все места. Ладно, пора валить отсюда нафиг. Мы по 17 разу здесь ходим. Фига они там... Чего вы там ржете, дебилы? Там эти психи заперты. Хорошо, хорошо. Они их режут, что ли? Боже ж ты мой. Бах, 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 бах. Да сдохни ты. Дебильная. Нахер. Короче, чуваки, стоило им отсечься от сети, стали дебильными. Еще более... О. Я боюсь такой. Мы должны умереть, чтобы стать богами. Да, давайте умрем. Ну давайте, чё. Уи-и-и. Вот так бы сразу. Нет, до меня докопались, чё. Натуральная резинка. Не, не сюда. В другой выход. О, лежат такие. А, лучи. Не знаю, зачем я их ломаю. Просто хочется. Засосало. Целых 12 монет. Кстати, видимо, совсем уж новички какие-то. Здесь померли. Прощайте, прощайте. Да прыгайте уже. Чего вы орете? Я не дам вам умереть в вашем жертвоприношении. Я просто вас поубиваю всех. А-а-а! Так и мы надо, сволочь. Паскаль. Бай-бай. Идиоты. Слушай, а этот лифт, по-моему, тоже раньше не работал. Предложение. Иди к маркеру. Не хочу. Не хочу. Ясно. Невидимые стены, короче. А если еще раз? А если еще раз? Ясно. Пидрила. Это туповато, на самом деле. Да ладно. Бесите. Железяки. Железная душа. Почему? Почему ты должен был умереть? Это нечестно. Мой единственный брат. Проклятие! Я убью их! Клянусь, я убью их! Чё это у него проявляются? Пыпарки какие-то. И чё, и где он? Это было кое-что.
Не думала, что такое гигантское место существовало под заброшенной фабрикой. Мне нужно вернуться и исследовать как можно быстрее. Может быть, ты ко мне присоединишься? Нет, спасибо. Я больше туда не пойду. Мне надоело. Эта фабрика уже по пятому разу здесь шарюсь. Я возвращаюсь к лагерю сопротивления, а ты? Я вернусь в деревню. С меня тоже хватит. Ну, отлично. Ну и вали. Так, хватит мне звонить. Это лагерь сопротивления. Повтори, плохой прием. Сканируем, в общем-то, помехи. Короче, бэкап нужен, машины атакуют, бла-бла-бла. Let's move. Пойдем, говорит. Бьем снеговика. Ты ему сурки, а я ему спинка. Сейчас сохранимся и, я думаю, продолжим в следующей серии. С вами был Ведьмак, спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, комментируйте, оценивайте, приходите смотреть еще. Всем пока.